Всем привет, с вами как всегда Влад, вы на моем канале, это уже 7-я часть. Так, давай-ка вот этот квест пройдем. С этого хочу начать, вот. Нам рудокоп дается. Том Лавив, или как он называется. Но в любом случае мы используем усилитель для них. Потому что он у нас топовый. Я магов прокачиваю, поэтому мы будем делать магов, если бы странно не звучало. Так. Давай. Быстрее, работаем. На, получил. Не, давай побольше рудокопа. Теперь ломаем руду. Вот, 60. Побольше рудокопов. Так как тут и так уже много золота. Так, теперь счет врубаем. Этот усилитель. Или как некоторые называют, буст. У меня возникла идея. Куча руды будет. Чтобы руда не кончалась. Еще раз. Ой. Вот так вот. У нас куча руды. А я, если что, буду помогать магам. У них лучник есть. Который по нам стреляет. Так. Идем, несем руду. Несем войска. Несем победу. Руда у нас повсюду. Кто там уже баррикады ломает? Спидраним. Теперь у нас куча руды, она никогда не кончится. Еще руда. Через этот буст и... О, да. Что дальше будет? Еще больше войск. И больше рудокопа. И больше золота. Oh my God. Боже мой. Держите золото. Даже нам уже золота мало. И куча золота. На.
Как бы странно ни звучало, у нас очень много золота. Да хватит там уже баррикады ломать! Давайте магии! Мне понравилось. Вот сломали баррикады. Стоп, мне тоже... Мне же тоже надо добывать руду. Так. Толку добываем золото. О май гад. Еще руда. Еще. Что бы еще? Еще руду. Я король рудокопов. Давайте добываем золото. Оборка золота. Не спрашивайте, почему я так много трачу. Вот апу! У них тоже неплохая армия, но с другой стороны у них нет такого рудокопа, как у нас. На-на-на. А они толку не могут выиграть. У них маг топовый, а у нас не топовые маги. Не-не-не. Фото у нас с лавером. С этим рудокопом. На! Я хочу за этого играть. Не, за другого. За этого огроменного рудокопа. Ну и так сойдет. И вот нам золото, пожалуйста. Еще давайте. Почему нет? И еще руда. Что бы еще? Почему бы нет? Не знаю. Давай. Не знаю. Подождите, нажимать на эту. Ладно, нажмем. Fire! Получайте, враги! Получайте! На! Держите, держите! Ловите! Чего вы все так мало несете? Руды у вас очень много! Я хочу за этого играть. Вот, наконец-то я за него начал играть. Бум-бум! В атаку! У нас 18 тысяч в кармане. Боже, 18 тысяч! Давайте еще стрелы. Чтобы они никуда не убежали. Получайте! Получили по заслугам. Ха-ха-ха-ха! 20 тысяч у нас в кармане. На-н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 а-
Так, золото на базу отнести. Это не проблема. На. Давай. Руда. Что еще бы сделать? А он у нас затырит.
Какой крыса? Догнать его! Золото он настырит. А они еще его защищают. Получите. Вам золота мало. Вы куда побежали? Нас золото еще стырили. Мечтают о пощаде. Еще. Интересно, а чего урон не отражается у нас? Маков. Может, они настолько могучи, что они не действуют отражение урона? Как бы я странно не выговаривал, это примерно так звучит. И теперь берем одного мага. Ты чисто спидран. На! Нет, 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 нет! На! 3, 2, 1. Погнали! Это было безумно. Так, а теперь вот это. А тут я хочу мечников. Почему нет? И рудаков. Ну, нельзя. Толку делаем мечника. И мага. Давайте ломать баррикады. Еще. Archer on fire! На, получите, получите, получите. Словите, словите хэштег. Эй! Нельзя! Нельзя рушить! На! Эй! Да, я здесь! Я здесь! Планском! Вот держите золото! 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 Еще золотишко! И вот нам рудокопы. Все, потратим магас, а это в рудокопа. Ветистер рудокопы. Гасим руду. На-на-на. И вот нам руда, пожалуйста. Как-то маловато у нас мечника. А вот какой мы врагам подарочек сделаем. Держите подарок. Подарочек на Новый год. Вот Новый год уже давно прошел. Так. И еще один сюрприз. Держите подарок с прошедшим Новым годом. Хотя о чем-то он уже давно прошел.
На-на-на. Давайте. Это подарок на день вентилятора. Подарок на день вентилятора. Он нам замечательный просто. Вызвал подкрепление. Давайте толку отступим. Вот у нас разборка руды. Главное, что маги целы, невредимы. Нет, маг! Мага отравили. Сонника ничего страшного. Давайте, рудокопы! Нормально приносите! На столку умельщики погибают. Хотя бы 5000 есть в запасе. Но у них есть свой поджог. Это отравление. Как странно не звучало. Нет! Мы еще вам покажем, кто здесь хозяин. Держите. Держите. Сюрприз! С днем вентилятора вас! И вот вам подарочек! Ну, кому понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока! Подождите, мы еще сейчас сундук откроем. Сундук откроем и все. Сундучела. Что нам выпадает? Я толку не знаю. О, руда. Мы как раз ее много потратили. Ну, это кому понравилось наш урок, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Всем пока. Подписывайтесь обязательно.